Стоять в очередях перед школами, чтобы записать ребенка в первый класс, теперь не обязательно. Стартует новый функционал портала госуслуги.ру – регистрация ребенка в образовательном учреждении в режиме онлайн. После регистрации в течение 4 дней нужно будет прийти в учебное заведение и подтвердить заявку. Стоит отметить, что очередь для подающих заявления через интернет или в школе будет одна. Первыми опробуют новую систему в 30-й школе. Подача заявлений на прием первоклашек там начинается 22 февраля в 9 утра. В школе уже обучили 10 операционистов, которые будут работать с заявителями. В остальных школах прием заявлений начнется 1 марта. Единственное, чего опасаются специалисты управления по информатизации, что от наплыва желающих работа сайта будет под угрозой. Старт подачи начинается по команде учебного заведения. Здесь в данном случае очень важно понимать, что ни время на компьютере гражданина, ни время на сервере роли не играет, а играет роль факт старта, который дает само учебное заведение. То есть, условно говоря, если у вас на компьютере 9 часов там, 22 числа, то это не означает, что в школе тоже 9 часов. Когда сотрудник учебного заведения нажмет кнопку, тогда и дан будет старт. Образовательное учреждение также будет работать и в форме приема заявления в обычном формате, но с применением электронной возможности для каждого родителя.